Ух ты! И снова я, Александр Кривова, печенеги. Я получил эстафету от канала Людмила «Наедине с природой». Эстафета на ответы на 21 вопрос. И одиночки можно? Буду. Первый вопрос. Вы любите разговаривать с попутчиками в автобусе или самолете? Да, можно так сказать. Всегда что-то узнаешь, что-то новое. Ваш любимый цвет – цвет радуги. Третий вопрос. В какой сказке вы бы хотели оказаться? В лесной сказке. Ведь там красиво, в лесу. О чем вы думаете перед сном? Да ни о чем. Лег, полежал и уснул. Как вы выглядите? Как вы подавляете свою злобу? Пятый вопрос. Да никак. Так. Ушел в лес, расслабился, там все успокаивает. Чье мнение для вас имеет значение? Для меня имеет большое значение мнение моих родных и близких. Седьмой вопрос. Где бы вы хотели сейчас оказаться? Ну как где? В весеннем лесу, конечно. Когда распускаются деревья, цветут цветы и поют птички. Что для вас важнее, ум или красота? Ум, конечно. Как вы мечтаете встретить свою старость? Девятый вопрос. В здравом уме. Какой момент в вашей жизни хотели бы вы повторить? Да никакой. У меня все есть. Хорошая жена, хороший дом, хороший сад, хорошие дети, хорошие внуки. А что еще надо для счастья? Какое значение для вас имеют деньги? Да никакое. Деньги как вода. То они есть, то их нету. Никакого значения. Есть хорошо, нету плохо. Как вы выглядите по утрам, как сейчас? Только без очков, не бритый. Если бы вы были ученым, что бы вы изучали? Я бы изучал, как управлять страной без войн, чтобы был мир. Четырнадцатый вопрос. Какая ваша последняя серьезная покупка? Наша последняя покупка – это мотоблёк «Кентавр» МБ-2013Б3. Хорош помощник, потому что уже мы пожилые, можно сказать, устаем сильно на своем участке, а мотоблок хоть чуть-чуть может нам помочь. Пишешь 16-й вопрос. Каким образом вы доказываете свою правоту? Сказал и точка. А зачем доказывать, если ты прав? 17-й. Что бы вы загадали, если у вас было 3 желания? Желание. Мир во всем мире. Чтобы закончились все войны на всей планете. И чтобы детки не болели раком. Чтобы рак исчез из нашей планеты. Раз и навсегда. Восемнадцатый. Как вы относитесь к религии? Религия. Кто верит, пускай верует, но не навязывает свою веру никому другим. Мне все равно. Пускай верит, верует. Моя бабушка веровала. Чем вы занимаетесь долгими зимними вечерами?
в интернете до 20.00 или 21.00. В это время я выключаю. Ложусь спать, не ложусь спать, я выключаю, потому что устают глаза. И в 21.00 я интернет и выключаю, хоть там что-то, я выключаю его. На что потратить свой первый миллион? Если заработаю я свой первый миллион, я разделю между своими детьми, внуками. И родственникам, конечно, дам. Вы когда-нибудь хотели начать жизнь заново? Зачем? Нет, конечно. Ну что ж, ребята, передаю свою эстафету тем, кто желает ответить на эти 21 вопрос. Кто желает удачи. Еще бы я хотел бы поблагодарить всех, ребята, в Одноклассниках, в Facebook, всем друзьям, а также в YouTube, всех тех, кто поздравил меня с днем рождения. У меня было недавно, мне исполнилось 60 лет. Уже был когда-то молод, а теперь старик. Вот так. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволов, Печенеги. Пока-пока, ребята. До скорого. Выключаемся.